Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер и Кот, а значит, это третья серия прохождения игры Silent Hill. Всем привет! Привет! Так, ну, для начала скажем, что большое спасибо Игорю Сербаеву. Да, это подписчик наш. Он нам посоветовал по правой лестнице. Ну, в принципе, я его понял, да, спасибо ему большое, что надо спуститься вниз. Сейчас мы так и сделаем. А в прошлой серии мы, значит, немножко затупили и забыли, где сейвик, черт долго, возьми. Долго бродили, да. Долго бродили, за что, конечно, извиняемся очень сильно. Вот, ну, сейчас вроде бы, поблуждав, я так школу выучил получше. Вот, ну ладно. Значит, не откладывая в долгий ящик, продолжаем. Выходим отсюда. И теперь у нас путь мы держим. Нам надо в правую лестницу. Это этажом выше подняться. Соответственно. И вот в правом нижнем углу, вот по этой лестнице, Кот, мы что-то ее с тобой в прошлый раз пропустили. Вот тут здоровая лестница. Да, она, кажется, в двух крыльях как бы здание есть, а мы что-то как-то забегались и промухали ее совсем. Так, и еще я, просматривая наши с тобой код видео, заметил, товарищ ты мой, что мы вот эту бумажечку с тобой не читали. Во, видишь, а тут у нас написано Мур Рональда Гордон. Это должно быть список учителей. Ну, видимо, эти несчастные учителя работали с этими вот детьми, которых мы сейчас с тобой тут отстреливаем. Да-да-да, точно. Детки очень хорошо. Детки просто прелесть. Милые и когтистые. Доброжелательные. Да, очень. Так, теперь нам надо... Да, нам надо наверх. Нам надо наверх через второй этаж. Забегаем. Благо, мы сейчас тут поотстреляли. Вот ты, кстати, Константин спрашивал, можно ли здесь ну, со всеми, так скажем, разобраться. Ну, видимо, значит, можно. Потому что... Должны быть какие-то, наверное, респауны, и все равно. Всех же монстров на карте не убьешь. Ну, в школе сейчас нету никого. То есть, я так понимаю, что... Ой. Здесь все-таки кто-то ходит. Да, кто-то есть. Так, и вот. Ага! И вот этот чертов карлик. Что-то я на что-то нажал. Да отцепись ты, гадина. Чисто лежачего, блин. Побил лежачего. Просто застрелил. Ну ты представляешь, ты. Какой-то кошмар. Большой дядя. Большой дядя гадит. Знаешь, что мне? Это, ну как сказать, не нравится, что ли. Звук радио непонятный. Он какой-то похож вот на какой-то двое. Звонок. Да-да-да. Такой, не на радио, а на звонок. Какой-то звонок в школе. Др-р-р. Вплотную, на тебе. Шлеп. Да, второй ходит. Смотрю я. Да, их тут аж трое. Ты перезарядился бы? На. На. И вот так тебе еще. Пинай. Такое ощущение, что у него там хвост между ног. Это не хвост, Кот. Это мальчик. Это просто, да, он показывает, что он не девочка. Понял. Сумки какие-то. Так, ну что, начнем тогда с самого начала. Так, это у нас вниз. А мы начнем с этой двери. Класс. Классрумс. А мы тут были, по-моему, в прошлый раз, да? Нет, вот именно, Кот, вот смотри, мы сейчас пришли туда, где мы не были, видишь, вот за эти двери. Ну. То есть поднялись, точнее, понял, спустились. Понял. Угу. Вот, сейчас, кстати, надо эти двери открыть, которые в тот зал ведут, в тот холл. Так, ну здесь что-то... Надо, короче, внимательнее быть, потому что 9, можем 5. Что-то пропустить. Вон там записка какая-то или нет? Где? Вот тут слева. А, да, шкафчики. Нет, что-то не читаю. Там как-то
Каракули нечитабельные. Детские. Так. Кодировка не та. Да, Times New Roman затупил. В ящиках стола нет ничего полезного. Ну, окей. Представляешь, они заставили бы там каждый стол в классе пробивать, там, знаешь. О, кто-то тут есть. А как-нибудь камеру можно вертануть? Да вот она не хочет, блин. Меня это напрягает. Где-то там кто-то ходит, наверное. А. Дальше. Пацанчик вот видишь. Где? Привиденница, ну а, вот, рядом со мной, ну, справа. Точно. Я вдаль смотрел. Еще одна. Кстати, знаешь, я тут недавно вспомнил, когда пересматривал наше с тобой видео. А, потом вот эти вот привидения-то, кстати, станут вполне себе ну, врагами такими серьезными. То есть сейчас они нас просто расслабляют таким образом. Mm-hmm. А потом, по-моему, вот, насколько я помню, они станут. Кстати, могу тебя обрадовать, скоро будет, по-моему, скоро будет переход. Ну, в адский мир. Mm-hmm. То есть школа превратится, ну, в. Слушай, нечто. Ну интересно, да? Вот ты сейчас взял патроны, а в школе лежат патроны просто на столе. Вот, кстати, да. И еще, помнишь, внизу в приемной или учительской там картина, помнишь это? Ну, жуткая, про которую Гарри говорит, что это. Тоже, ну как бы, да? В учительской висит такая картиночка. Ну, это очень странный городок, хочу тебе сказать. Очень странный городок, очень странная школа. Дети тут вообще непонятные. Так, теперь открыто, хорошо. Сейчас сюда еще. Ага, замок заклинило. Это на самом деле даже радует. Так, это у нас в эти же комнаты классные. Угу. Сейчас вот эту дверь откроем. Так, слушай, ну мы сюда пришли, и по сути, кроме патронов, там ничего здесь и не взяли. Так, давай посмотрим. Может, нам надо на другой этаж перебраться? А мы уже были везде. А, знаешь, где мы не были? Мы сейчас с тобой спустимся вот сюда. Это подвал. Склад полиана. Ой-ой-ой. Ну, пойдем. Пошли потихонечку. Сейчас тут как что-нибудь выпрыгнет. Так, пойдем. Ты представляешь, вот Silent Hill сделали на новом движке вообще, на ком-нибудь? Я... Это и вообще... ты, кстати, прав. Сейчас же Хидео Кодзима, великий мастер, взялся за новую часть Silent Hill, и на него возлагают на самом деле очень большие надежды. Очень. То есть это будет делать японец. Помню, ты мне рассказывал посмотреть. Да, игровой там как бы playable тизер называется. То есть игровой тизер. PT. Да, PT. Ну, вот playable тизер. Я смотрел, как, короче, играет там какой-то чувак, ну, на ютубе. И орёт. Я там с него угорал, да. Он там говорит, что говорит. Оно там уже минут, наверное, 30 ее лупился, доходил, там же комната одна зацикленная. Не комната, а коридор. Ну да, там. И он говорит, вы, говорит, сейчас не можете себе представить, что со мной было, пока, говорит, я сидел и, ну, играл, весь напряжение, говорит, 3 часа ночи. И, говорит, и тут кот, говорит, тиранулся об догу, говорит, я, говорит, аж подпрыгнул. Да, на самом деле тизер тоже. Ну, он на PS4 только вышел. На самом деле, я что-то сначала обрадовался, залез в свою Соньку. Так, сейчас. Подожди, отвлечемся, точнее, наоборот, вернемся в игру. Вот мы спустились в бойлерную, и здесь есть, по сути, только одна кнопка. Которая не работает. И она, да, то есть нажимаешь, и он говорит, что Гарри, ничего не происходит. Сюда пройди, да, и сюда. Вентили. Вентиль он тоже. Вентиль, видишь, намертво закручен. Все я вентили. Даже пошевелить его не могу. Да, понятия не имею для чего это, и лучше вообще, говорит, не трогать. Поэтому что там, в общем, не знаю. Так. Возможно, мы сюда пришли, и просто что-то изменилось там. А там дальше пройди. А дальше ничего нет. Нет, здесь а, ну, все, да? Решетка, да. Я, знаешь, что предлагаю? Сейчас мы с тобой поднимемся наверх, там, где на первом этаже было пианино, в музыкальную комнату. Музыкальный пойдем? Класс. А, так. Так, так, так. По-моему, дальше надо, да, побежать. Класс, спортзал. Так, подожди, приемная. А, музыкальный класс, он у нас этажом выше, да, на второй. Раздевалка. Да, музыкальный класс. Ладно. Тогда бежим наверх. Да, вы, дорогие друзья, тоже в комментариях можете писать, как бы, как у вас проходило знакомство с
этой замечательной серии Silent Hill, когда вы там впервые, например, поиграли в первую часть, какие у вас были эмоции и смогли ли вы ее одолеть с первого раза, потому что мне на самом деле с первого раза было очень страшно, и я ее... Ну, проходили, опять же, мы с Лехой на... Да, смотри, открыто пианино. Классно. То есть ключ-то, классно. Смотри, без ключа. И вот интересно, что повлияло? Или то, что мы бойлерную зашли, что-то там понажимали кнопку. Как, может быть, ну, тяжело, это смотри, да? Вот да? Человеку вообще да. Было бы проходить вот этот момент, потому что, ну, когда ты не знаешь, что на что влияет, почему оно открылось? Вот именно. Да, я же что и говорю, вот кнопку там нажали, здесь открылось. Это современные игры, на самом деле, такого саспенса не представляют. Они как-то более... Больше испачканы кровью. Проще. Да. Что бы это значило? Я могу догадать, что бы это значило. Рояль. Потому что... Кому-то, блин, короче, кто-то заигрался и стер пальцы. Да я как музыкант, то я понимаю. Этого человека. То есть можно, да, в принципе, стереть. Да. До костяшек пальцы. Так, ну нам нужно знать, какие клавиши жать. Ну, да, помнишь, мы в прошлый раз тут читали с тобой подсказочку. Да, надо ее сейчас почитать. Мы будем с тобой музицировать. Давай. Ты у нас музыкант должен, поэтому сразу же. Так, предлагаю, знаешь, даже что сделать? Записать. Да. Да. Все это дело. Я могу на телефон записать. А, ну как вот. Бы да. Запиши на телефон. Сейчас сделаем. Вот. Новые технологии. А в те времена, когда мы с Лехой проходили эту игру, такого не было. И мы все это записывали. У нас была специальная тетрадочка, и мы вот этот текст, и не только этот, все переписывали туда, и потом сидели и разгадывали, давай, какая же кнопка за какой идет. Белый получается. Первая, да, белый пеликан. Так, взлетает первым. Ну, то есть первая кнопка, значит. То есть здесь разгадка какая? Каждая вот эта трехстишья – это какая-то кнопка, да? Здесь есть местоположение этой кнопки и ее цвет. То есть вот по сути взлетает первым алчный пеликан, жаждет больше всех награды, бьет воздух белым он крылом. Соответственно, белая клавиша первая, ну и она самая первая. Угу. Записал? Записал белый. Хорошо. Угу. Дальше. А тихий голубь обогнал его, а мимо пеликана пролетел так далеко, как только мог. Ну голубь у нас, блин, а какого же он цвета? Голубь он какой обычно, серый, ну темный. Серый, темный, в любом случае. Черный, да, значит, черная клавиша. Хотя есть и белый голубь. Ладно, будет два варианта. Ну в общем, улетел как только мог далеко, это значит... Это самый последний. Последняя, да, то есть... Последний, пишу, последний черный. Да. Как вариант. Последний черный. Но может быть и белый. Так, ну, ладно. Давай я напишу черно-белый. Да, мы посмотрим, какая клавиша там последняя неиграбельная. Так, следующая. А вслед им черный ворон. Парит он выше голубя, чтобы показать, что он сильнее. Черный ворон парит выше голубя. Но выше тут опять же, выше в тоне выше. Или выше в плане то, что он, допустим, ну там же как, а белая кнопка вот так, да, а черные они как бы немножко выше. Но. Так может быть, то был белый голубь все-таки. Может быть. А выше него черный. Пишу черный. Ворон. Черный. Ворон. Черный, да. Ну черная кнопка. Да, черный выше. Черный выше. Так. А дальше? След. А вслед им черный ворон, то есть она еще дальше, по идее, должна ну быть. Да, то да. Есть последняя самая будет черная. Может быть. Я написал черный выше, потому что непонятно. Ну ладно, за ним. Так, за ним белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей. Вот так вот. Ну это белый, однозначно. Да, это белый. Белый. За ним. За вороном. Еще за вороном. Да. Так он и так уже последний. Нет, не факт. Там может быть вверху две черных, к примеру, одна еще. А, посередине, допустим, белая. Ну внизу. Да, внизу да. Белая. Что писать? Белый, ну, последний? Белый. Еще последний Е, чем тот последний. Да. Да.
Сейчас мы с тобой завязнем здесь. Так, подожди, дальше. Так, идем дальше? Да. И после всех ленивая ворона садится, только лишь взлетев, зевнувший мирно засыпает. Черный, да? Угу. И ворона. После всех. Блин, ну это еще дальше, что ли? Что-то мы, наверное, со второй клавишей напутали. Подожди, кто птиц, кто птицам путь определит, кто голос дозвонит. Ну это птиц, подсказка просто, что нужно. Но я предлагаю пробовать. Или хотя бы, знаешь, можно вот это переписать, вот это четверостишь, и уже думать. Потому что на экране это сейчас, ну чтобы оно было перед глазами. Ну что, прибегнем к современным технологиям, с не, фото, давай, с фото, давай сейчас экран. Попробуем, нет, давай попробуем, попробуем, если не получится, ну, значит... Да, давай. Вот я тут записал всякую фигню, белый-черный, черный-белый. Сейчас будем с этим работать. Давай. Вот, и самое главное, дорогие друзья, что я вам хотел сказать, это почему мы так надолго застряли здесь, тогда еще в детстве с Лехой. Мы... как добропорядочные музыканты, он тоже, кстати, музыкант, ведь Леха, да? А, вот. Кот тоже знает его, да, мы все как бы друзья вместе. Вот. Мы играли на рабочих, блин, клавишах, как нормальные, черт возьми, музыканты. Они не обратили абсолютно внимания на то, что там песни написаны глухонемых, да, птиц. Так, ну ладно, приступим тогда. Ну давай, белый. Так, надо сначала выяснить, какие клавиши у нас не рабочие. Так, это рабочее, это не то. Так, надо еще записать. Тогда кошмарики. Сейчас будут идти азбука Морзе. Так. А ты прям зарисуй просто и напиши, какая рабочая, какая нет. Это будет полностью. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук клавиш этих белых. Ух. Такая первая серьезная, да, загадка? Да, действительно, это не каждый раз, год, два, три, четыре, пять, шесть. А я вот тоже хотел спросить у наших интернет-зрителей, тоже напишите, как долго вы сидели и завязли на вот этой вот загадке. На самом деле, игруль это не из простых. Но вы тогда завязли на полгода, по-моему. Очень намного, да. А вы завязли из-за неправильного перевода. Да нет, нет. Мы просто клавиши эти не те взяли. Оп, не работает. Ты сразу себе там чёрт где. Вторая так. Белая не работает. Вторая белая. Ну, блин, как их отмечать-то? Да просто крестик ставишь, не работает. Так, черная, да? Черная. Между первой и второй перерывчик небольшой. Буду, короче, закрашивать. Не работает, не работает. Это работает, наверное, да. Ух ты. Да. Оп. Так, это какая? Белая, пятая, да? Да, не работает. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Смотри. Оп. Шестая, не работает. Две подряд. Белая. Ага, вот это, наверное, тоже не работает, да. Вот так вот. Тут, в принципе, клавиш-то выбор не такой уж. Ну да, немного. Большой. В принципе. О, последний работает. Смотри. Значит, их у нас сколько всего. Клавиш у нас? Раз. Раз, два. Три, четыре, пять, да? То есть 5 клавиш у нас не рабочих. А там сколько четверостишей было? Раз, два, три, четыре, пять. 5, да? Да. Ну вот. Ой. Ну давай, первый белый. Вот. Самый первый белый, это вторая у нас вот эта. Так, надо выйти. Подожди. Мы тут понажимали. А, ну давай выйдем и зайдем. Да. Давай. Да. Так, вторая белая. Почему? Она подожди, первая не рабочая? Первая рабочая, вот это. Ага. Вот а надо на нерабочую жать. Да. Вот в чем фишка-то, ну, я же тебе говорю. Давай. Так, ну жмем. Дальше.
что там, черное дальше. Потом, да? По идее, последний черный или. А, не, подожди, последний белый. Голый, белый пусть будет. Так, это тогда вот это. Угу. И выше него должен быть черный. Ну да, есть вот, вот это. Потом. Нажал? Угу. Потом последний белый. Подожди, попробуй. Как это последний? Подожди. Белый последний. Белый последний уже был. Вот здесь у нас что-то затык какой-то. Два раза белый последний. Подожди, нет. Ну, а что, нужно нажать обязательно все клавиши? Не могут они повторяться? Да нет, как они будут повторяться? Это же разные птицы. Разные клавиши. Это именно последовательность надо. У нас еще не задействовано с тобой вот это белое. Ну. И вот это черное. Самая первая черная. Вот надо сейчас. Сейчас какая вообще, белая или черная? Да, по идее написал белый последний. Ладно, давай тогда методом тыка. Давай. Вот это белое. И вот это черное. Она же у нас черная. Есть! Ля! С первого раза. Ну поздравьте нас, ребята. Что-то мы на самом деле не очень разобрались, но получилось. Одна голова хорошо, две лучше. Да, две некрасиво. Да. Отлично, отлично. Вот у нас серебряный медальон. Теперь нам, по идее, в часовню эту надо, да? Да, в часовню. И я, кот, я помню, что начнется сейчас. Начнется кошмар. Я люблю развлекаться. Ой, как мне и радостно, но в то же время не хочется. Давай, давай. Это был такой жуткий момент, на самом деле. Это просто жесть. Слушай, а вот из фильма, который в фильме в первой части присутствует, где все монстры есть. Вот чувак, кто в туалете, помнишь, был? Там такой, ну, который ноги привязан к шее. Нет, нет, насколько я помню, это что-то... Это в фильме выдумали. На самом деле фильм довольно хороший, если судить по экранизациям просто игр, да, то есть, потому что экранизации игр всегда, ну, отвратные делают. Если с этой точки зрения, то он очень неплохой, но на самом деле они там тоже довольно много чего переврали, отсебятины там добавили. Это понятно. Ну, да, просто, и... знаешь, вот, ну, по крайней мере, первая часть фильма куда уж лучше, чем вторая. А это абсолютно... Тут, вторая, ох, вообще смотри-ка, какая-то снова обычная. Парни вон. О, мимо. О, давай второго. Все-таки тут какое-никакое автоприцеливание есть, но оно какое-то кривое. Так сказал, все равно. Что ты хотел-то? Это какой у нас год? 99-й. Так, выходим. Здесь, наверное, опять кто-нибудь появился. Кто-то сейчас прилетит. Двоечники какие-нибудь сейчас тут. Двоечники, алкаши. Алкаши, двоечники. Нападут. Так, на самом деле надо было по-хорошему засейваться, если честно. Давай пойдем засейваться. Давай-ка, потому что я помню, что там жуть начнется. Это, наверное, самое логичное решение. Так, медпункт где-то рядом здесь должен быть. Вот он, да. Идем. Идем в медпункт, сейчас перебинтуемся тут. Так бы в жизни, да, было в каждом медпункте по сейву. Классно. Раз загрузился, раз, да? Оп. Да, загрузился, оп. Че, матно. Ну ты новую запись сделай. Думаешь, новую? Ну ладно, давай будем каждый раз на новую делать. Ну, чтобы была какая-то... Так, час 35. Ну что, я думаю тогда, дорогие друзья, давайте мы на этом третью серию закончим. И тогда уже в следующей, в четвертой, мы перейдем в жуткий мир. Ставим эту серебряную медальку, и там начнется... Простыня смятая какая. Жесть. Ну, кто-то тут недавно получил травму и лежал, отлеживался, прогуливал уроки. Так, ну что же, всем тогда пока-пока. С вами были Скудер и Кот. Все, всем пока. Увидимся в следующей серии.